Мы начинаем послематчевую пресс-конференцию. Сегодня в стенах Falcon Club Arena в Минске состоялся матч единой лиги ВТБ между командами Минск и Автодор. В финале счет встречи 81-65. И слово для послематчевого комментария предоставляется главному тренеру Автодору Бронславу Мичентичу. Пожалуйста. Здравствуйте. Сначала поздравляю команду Минска и тренера, там всех тренеров с победой. Сначала до конца Минск был лучше, лучше бегали, лучше бросали, лучше концентрация, чем у нас. У нас проблемы были с штрафных, там 50% бросать штрафные, это так, удивительно. Еще защита у нас плохая. Один на один не сыграли хорошо и так на концу проиграли. Еще раз поздравляю команду Минск. Они выиграли мужской баскетбол. Да. Спасибо. Спасибо вам. Все? Да. Мы продолжаем пресс-конференцию с главным тренером Минска Ростиславом Вергуном. Тренер, пожалуйста, ваш комментарий. Как-то забыл совсем, что надо говорить, когда выигрываешь. Ну, если серьезно, ребята сегодня сыграли очень дисциплинированно. 13 потерь. В большинстве случаев, большую часть игры играли очень умно, дисциплинированно, доводили атаку до качественного логического завершения. Ну и, конечно, когда ты забиваешь 80 очков, атакуешь с хорошим процентом, у тебя появляются шансы на победу. Они абсолютно сегодня и заслужили. Сумасшедшая атмосфера в Минске. Я очень надеюсь, что игра понравилась зрителям, и мы обрели новых фанатов. Всех ждем на баскетболе, у нас осталось два матча, мы не собираемся никому раздавать победы, готовимся к следующей игре. До встречи на баскетболе. Спасибо.